Итак, друзья, доброго времени суток. Сегодня мы рассмотрим еще один айдропчик. Называется он Leech Data. Это децентрализованная проверка оценки денежных средств для финансовых транзакций с помощью Leech Data. Короче, я это все перечитывать не буду. Это все так сложно моему пониманию. Сейчас мы просто поучаствуем в айдропе, где мы получим наши монеточки. И будем ждать. Так, airdrop у нас будет длиться где-то тут внизу. 87 дней. Ликвидность на биржах PancakeSwap с 31 декабря 2021 года. Объявленная цена. Один свет, это тут Leech Data, вот эта самая монетка. Один свет равен $1. Так что я думаю, здесь надо присутствовать и принять участие. Так, итак, друзья, сегодня видео не буду затягивать долго, потому что очень долгое получается видео. Как обычно, заходим мы в DApps. Значит, в поисковике мы вводим ссылочку. Ссылочку я внизу в описании оставлю. Значит, переходим по ней. Так, попадаем в наш Digital. Да, в Digital. Так, обязательно меняем сеть. Вот эту вот. Нажимаем кнопочку. И нажимаем Smart Chain. Так, ну, кто хочет все это четко изучить, пожалуйста, изучайте. Тут все, я почитала, тут все так замудренно написано. Это все чуть ли не для банков и банковских сфер, но мы хотим получить, я хочу получить монетку, которая должна будет равняться одному, эквивалентно $1. По airdrop здесь должны выдавать по 12 монеточек. Что-то я уже вниз ушла, по-моему, да? Да, 12 монеточек по airdrop на пресейле, значит, она от 1,01 BNB, это 150 этих линч монет. И максимальная 10 BNB, это для тех, кто покупает. Так, значит, вот тут вот все у нас написано. То, что, значит, на PancakeSwap начнет торговаться 31 декабря 2021 года и в следующем году. Значит, цена монетки листинг пресейл 1 Leech равен 1 USDT. Ой, USD. Ну, короче, $1. Ну, тут вот вся вот эта прописана реферальная система. Тут все вы изучите. Ну, в принципе, все стандартно. Значит, айдроп у нас длится 87 дней времени навалом. Как мы видим. Еще до Нового года и после Нового года. То есть ждать нам придется долго. Ну, ничего страшного, если монетка будет стоить доллар, это будет очень замечательно. Значит, спускаемся вниз. И я вот думаю, я, наверное, прикуплю. Я никому не говорю, я это делаю сама. На 0,01 BNB. Нажимаю кнопочку «Buy». Значит, хочет подключиться. Так, у меня спишется $4.12. Это 0,01 BNB. Я нажимаю кнопочку «Одобрить». А теперь мне нужен адрес смарт-контракта. Так, сейчас мы его поищем. Так, вот БСК. Так, ну тут мы все видим. Leech Data, название монетки. Так, вот название монетки. Значит, выпущено. Ой. Значит, выпущено у нас 32 миллиона. Ну, в принципе, это не так уж и много. Холдеры – это люди, которые купили. Это вот я являюсь теперь тем холдером. И
транзакций у нас совершено на 1547 адресов. Так, друзья мои, давайте-ка вниз посмотрим, что там у нас. Бай-бай-бай, аирдроп. Ну, в принципе, люди, я смотрю, покупают. По аирдропу сейчас, конечно, вон видите, аирдроп 2, остальное бай-бай, аирдроп, трансфер, аирдроп. Ну, покупают, много покупают, я тоже прикупила. Что вам делать с этой монеткой? Участвовать по аирдропу, получить 12 монеточек и ждать. Или же немножечко прикупить, это дело хозяйское, это дело ваше личное. Я показываю то, что я делаю. Сейчас я копирую адрес смарт-контракта, возвращаюсь в кошелечек. Как обычно, нажимаю две стрелочки. Поиск токенов. Вписываю сюда адрес контракта, который я скопировала. Нажимаю кнопочку «Добавить токен». Так, ребятушки, у нас сеть эфира. Не забывайте ее менять. Нажимаем кнопочку «Сеть». Нам нужен смарт-чейн. Смарт-чейн. Вот у нас сеть поменялась. Значит, вставляем адрес контракта. Так, все видим, у нас все прописалось. Линч-дата, линч 18-десятичные. Нажимаем кнопочку «Готово». Для тех, кто забыл, она вот здесь находится. Так, готово. Так, ну что, я прикупила 150 линч. Линч – это свет, 150 монеточек линч. Теперь буду ждать до Нового года, до следующего года. Итак, ребята, участвуйте, получайте в аирдропе, прикупайте как хотите. Если она будет стоить доллар, как они это пишут, это будет просто, это будет хорошо. Спасибо вам, кто досмотрел. Ставьте пальчик вверх, кому понравилось. Кому не понравилось, пальчик вниз. Подписывайтесь на мой канал. Я тут иногда выкладываю аирдропы. Иногда я прикупаю, как сегодня, монетки. Иногда просто я их в аирдропах участвую. До свидания, друзья мои. Всем удачи и профита.